Всем привет! Я купила цирк. Вот он. И все это только ради крутых фотографий. В этом ролике будет все-все-все про то, как мы организовываем съемки своими руками без профессиональной помощи. Вот такие мы крутые ребята. Сегодня мы с вами идем секонд-хенд искать одежду. Потом мы будем ее перешивать, переделывать, кастомить, крутить, вертеть, чтобы собрать образ на съемку. И опять все сами своими ручками, так сказать. Мы пришли какой-то супер огромный секонд, и он японский. И тут просто дофига вещей, куча-куча всего. А мне идет? Да. По 10 сколько? 11. Веселье начинается. Со звездой. Вот на том самом месте. И на попе. Подождите, это что за шаболда здесь? Я ни разу такое не мерила. Ну и не надо больше. Слушай, а я умею ходить на каблуках на самом деле. Да. Смотри. Опа, опа, от бедра, опа, опа. В итоге мы решили, что Антон как топовый стилист подберет несколько аутфитов из того, что есть в этом секонде. Первый образ. Тетя-стюардесса американская. Стюардесса? Мне очень нравится. Второй образ. Леди, но спортик. Ну прям джуси-пуси на тусе. По-моему, я стилист. Третий. Хана Мандана. Четвертый. Диско-чехол для танка. Да ты чё? Не закрывайся, все должны это видеть. Не. Вот так. В итоге мы купили пару вещей и очень сильно проголодались. А я как раз тут кое-что взял. Итак, ребята, у нас тут мини-мукбанг. Смотри-ка. Кукурузные снеки со вкусом лобстера. Вот такие вот морские приключения. Так, на запах. Вкусно пахнет. Чирс. Вкус насыщенный, солененький, морской. Мне очень нравится. Это я себе заберу. Там еще есть. Там много чего. Хорошо, следующее пробуем. Попкорн сладкий Рил Баблгам. Баблгам. Баблгам? Баблгам. Баблгам. Смотрите, какие розовые там попкорны. Я бы себе в кино такое брал. Я бы тоже. Ставлю 9 из 10. Я 10 поставлю четко. Попкорн Рил Брауни. О, а вот эти шоколадные. Они прям... Вот это 10 из 10, вот серьезно. Вот это прям шоколад, мне нравится. Протеиновый батончик со вкусом шоколад и орех. Здесь у нас 30% протеина. Она такая интересная. Я как будто после тренировки что-то ем. Как будто. И вкусно, и полезно. Да, и мышцы такие будут. О! О! Такой штучке я поставлю, 8 из 10. Нормально. Протеиновые батончики в молочном шоколаде, малина, воздушный рис и кокос-карамель. Содержит 24% протеина и 8 витаминов. И без сахара. Чирс! Подожди. Вот это мне нравится больше. У меня очень классно, воздушный рис прям. О. А мне кокосик, 10 из 10, 9 из 10. Очень вкусно, очень. Все, наелся? Да, вау, спасибо тебе. Конечно. Это очень разнообразно, вкусно и при этом не вредно. А также у Рила ждаются запуски с новыми интересными линейками. Следите за выходом новинок. Если вы тоже хотите попробовать снеки от Рил, вы можете купить их в Дикси, Перекрестке, Самокате или Пятерочке. Или же другой вариантик заказать на Озоне со скидкой 20% по моему промокоду. Ссылка на них будет в описании. The next day. Поиски нужных вещей день номер 2. Тот стилист стоил 0 денег, этот стилист стоит $10. Вот мы и проверим, кто лучше. Мне кажется, вам подойдет вот это. И можно сочетать с вот этим. И такая сумочка. Кожа крокодила. Тут разная кожа. Это крокодил, это броненосец, это... Жопа барсука. Какие штаны. Это нравится. Свадьба. Выбираем платье, пока Антон не видит. Лот первый. Гламурная доярка Глаша. Лот второй. Тортила на дискотеке. Лот третий. Галина Леопольдовна. В галошах. Ну, маме. Вот такая невеста. Пишите в комментариях, если Антон обрадовался бы. Чуть-чуть титик не хватает, оно у нее большое. Это если что, я выбирала, а не Витер. Я бы такое не выбрал. А я да. Ну, невеста. У меня туберкулез.
образы, кажется, закончились, но мне очень сильно понравилась эта шуба. Я не знаю, покупать ее или не покупать. Ты как думаешь? Если тебе есть куда в нем ходить. Нет. Просто хочу шубу. Тогда берем. Внимание, сейчас будет очередь Витера. Мы ему подобрали очень классный образ. Давай, открывай. Вот это говно, дамы. Немножечко жмет, и я не могу сделать... Вот так. Вот это стиль, я понимаю, стиль. Хэштег стилист Полина, самая лучшая. В итоге я купила только вот такие классные винтажные варежки. Стилисты это хорошие, но вот секонды просто, ну, мало у них там всего. Недостаточно. Поэтому, я думаю, нам нужно покупать ткани и шить все самим. Мне тут пришла кое-какая коробочка, хочу вам показать. Это мунбуты. Я их ждала 1.5 месяца. Вот такие красивые. Ну и по такому случаю мы решили куда-то съездить, потому что грех их не выгулять. Завтра мы едем в горы на озера. И сейчас у меня есть целый вечер, чтобы выбрать себе одежду для фотографий. В этом ролике мы играем в стилиста. Мы куда-то приехали наконец-то. Веселье без интернета. Стоп! За этой песней вообще сдохнуть можно. Раз, 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 два, три. Там тики, дам, тики, дарь, дам, дам. Expecto patronus. Вот мой патронус. Ау-ау-за. Ау-ау-ау. Все, все, все. Итак, девочки, рум-тур. Вот такой вот у нас барак. Тут тёлочки стоят. И пахнет тёлочками. И вот такой домик у нас внутри. Там срать, там жрать, там спать. Ну и всё, собственно, всё. Вот так. Очень красиво, мне очень нравится. Вот тут будет не скучно. Во, развлечение для людей. Ну ничего страшного. Мы куда-то приехали. Куда мы приехали? Я не знаю, мы в какой-то лес приехали. Витер, ты куда нас привез? Оторвать пипиш. Чирс. Ничего не видно. Ничего не видно сзади, мы могли просто возле дома пофоткаться тогда так. Можно показать с помощью камеры, смотри. Смотри, как красиво. Да, это вот там. Будем сейчас здесь фоткаться. Красиво получится, как думаешь? Да. Сердитая. Да, надо было фотографов нанимать нормальных. Приехали хрен знает куда. Очень холодно, ребят, очень. Я забыла, насколько сильно я ненавижу фоткаться зимой на улице раздетой. Теперь вспомнила. Ангела, давай. Ура! Я улыбаюсь. Мне не холодно. Я не могу остановить это. Доброе утро, сегодня день 2. Нам принесли завтрак. 2 яйца. Кофе, пожалуйста. Кушаем, набираемся сил, чтобы сегодня получились хорошие фотографии. Да? Мы не умеем. Да ты поздно. Сегодня критически много снега выпало. МЧС предупредила, что ни в коем случае не нужно ездить в горы. Где мы? В горах! Лохи. Мы, кажется, застряли на горке, мы не едем вперед. Антон толкает машину. Два слова. Вот так вот мы приехали на озеро. К нам пришли на помощь 3 богатыря. Они толкали, толкали, вытащили и сказали: катитесь отсюда обратно, а то опять застрянете. Обидно. Мы решили все-таки не ехать на озеро, решили сфоткаться здесь, просто на фоне гор. Сейчас пойдем фоткаться. Да минус 15 всего, что-то. Я готова. И вот такие фотки у
нас вышли. Жалко, конечно, что так до Снежного озера мы не доехали, но вроде и так вышло тоже неплохо. А сегодня мы приехали на огромный Алиэкспресс. Стильная женская одежда. Мы приехали, чтобы докупить кое-какие вещи для образов, то, что нам не хватает. Тут просто гигантское море всего. Собираем креативные образы. Дешево. Оно мне надо. Срочно надо. Мы прошли только по двум рядам, и я уже накупила вон сколько всего. Я купила платье, блузку и кофту со Спайдерменом. Я тут буду жить. Всем здравствуйте! У нас сегодня серьезная распаковка. Мы будем сейчас распаковывать вот эту вот коробочку. Это настолько серьезная покупка, вы себе даже не представляете. Это серьезнее, чем квартира. Это моя первая швейная машинка. Паленечка теперь швея. Какая она! Рожай! Как будто сама родила. Тут у нас куча кнопочек, куча режимов, посмотрите. Я вообще не знаю, как этим пользоваться всем. Сейчас будем учиться. Я сделала это. Я сшила гетры. Это мое первое изделие, которое я сшила, сделала своими руками. Я очень рада, это было очень сложно. Еще я купила манекен. АСМР. Опа! Вот такая женщина. Анна 42-44. Короче, я вообще-то ее взяла для того, чтобы она мне помогала собирать образы. Вот так вот сейчас мы ее оденем и посмотрим, как это будет выглядеть со стороны. Круто я придумала. Да, вы вообще похожи один в один. Да? Антон! Делаем вот так. Вот, кстати, я забыла вам сказать. Вот такой вот у меня референс. Гетры у нас уже готовы. Как он туда поместился вообще? Я не знаю, просто залез, я его закрыл. Да? Кто там? А правда, что у вас гарантия 1 год? Да. Давай его просто забьем. Там, если что, чайка. И восстали машины из пепла ядерного огня. A few moments later. Это прямое включение. У нас начали течь потолки. Я просто сижу в тишине, шью. И слышу, капает. Кап-кап, кап-кап, кап-кап. Потом смотрю в потолок вот так вот. А там бугор с водой. Не, ну я не знаю, что там протекает. Класс, переезд. Ну, нормально. Слэй. Походу мы переезжаем. Tomorrow. Ребята, мы переезжаем, и сейчас прямое включение с переезда. У нас вчера было землетрясение. А что дальше? Пожар. А что дальше? Огонь? Пожар. Я пожар. В общем, вчера мы сидим, собираем вещи. Время 12 часов ночи. И тут как все затрясется. Как все потрескается. Штукатурка падает. Вы посмотрите, какой варикоз. The next day. Нас стопили, нас сломали, но мы не сломались. А еще мы переехали на новую хату. Очень много происходит, ребят. Я вообще не вдупляю, что происходит с этим роликом. Почему так много всего. Да, вау. И, короче, сегодня я готовлюсь к новой съемке. Вот так вот я почти приготовилась. И вот так вот будет выглядеть мой следующий образ. И еще попробую добавить вот эти гетры, которые шила сама. Но я до конца не уверена, я просто попробую. А еще, ребят, у меня такое тут шило, смотрите. Опа! Это шорты под юбку. Да, они могут казаться мега большими, но на самом деле они вот так вот затягиваются. Опа! И выходят вот такие воздушные шортики под юбку. Та-да-да-дам! Вот такой вот образ у меня получился! А вот это мой помощник эльф парит, дымит. И, кстати, вот такие вот референсы на съемку я подобрала. Вот тут вот имеется у нас проектор. Еще вот тут у нас есть белое полотно, на котором я буду стоять. Ах, да. А еще мы фотографируемся в нашем подвале. Фан-факт. И диджей Серега. Алло! Красиво? О, вау! Вообще, у меня как-то раз уже была съемка с проектором. Так что сегодня у нас дубль 2 вообще-то. Ну и начинаем нашу съемку! У-у-у!
тебе от кошечки? Закончила? Можешь ничего не говорить, ты меня смущаешь. Ну так хорошо. Сделай кошечки. Я не могу. Ну прям, ну нужно такое. Да блин, давай нормально. Такой? Ну дай, давай. Тебе не видно? Сиськи! Фоткай, фоткай. Я предпочитаю лежать на левой. Ну что, мы закончили. Вот такие фотографии у нас вышли. Ура, ребята! Молодцы! Не забывайте писать в комментариях, как вам наши результаты. И еще подписывайтесь на мой телеграм-канал. Это он. Ни за что не догадайтесь, чем я сейчас занимаюсь. Я сижу и крашу красками капроновые колготки. Потому что они оказались мне слишком маленькими, их пришлось обрезать. И рисунок тут не пропечатан, поэтому я раскрашиваю их вручную. Когда я думала, что вау, делать костюмы для фотосессии так весело и прикольно и легко, я не знала, что мне придется делать. Мои нервы не к черту. А так мне все нравится. Ла-ла-ла-ла-ла. Этот костюм я собрала за целую неделю. Вот так я выгляжу. Но для такого шикарного образа просто абы где фоткаться, ну как-то ну, не очень, согласитесь. Поэтому я купила цирк. Смотрите, это мой цирк. Вот образ, вот локация. И теперь будем фотографироваться. Изыди демоны из этой девушки. Вызывайте экзорцистов. Умагуй вай-фай не тяу. 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 Этот образ. Я пока еще не знаю, какие там фотографии получились конкретно, но мне кажется, очень крутые, и сейчас вы их увидите. Но это еще не все. Антон для меня подготовил второй образ. Вам понравится, я вам отвечаю. Это будет анпакинг. Это мне! Ну! Это я сам делал. Правда? Да. У нас осталось буквально полчаса аренды. О, да. О, это крутая штука. Реальный костюм клоуна. Вот, трушный клоун. Класс. Я чувствую себя чмом каким-то. Так, тут последняя деталька осталась. Вау, это, знаете, не стандартный нос красивый, это прям чмошный. Как тебе хорошо, ты его знала. Спасибо. Сейчас будет реакция. Как вам, ребята? Ну это настоящая Полина. Вот просто костюм фуфля. Вот спасибо, нормально. Друзья. На этот образ у нас было всего 15 минут для съемки. Но и за это время мы успели сделать прикольные фотографии. Заходите в мой телеграм и инст, чтобы полюбоваться. Классные фотки, мне нравятся. Ура! У нас получилось сделать съемку. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Все.